Всем привет, с вами Алена. Сегодня покажу вам мою азбуку Суреши опять. Какие мы с тобой учили буквы у Леши? Эти. Давай повторим. Какая буква? Е. Какая? Е. Ё. А теперь будем новое с тобой изучать. Это буква З. З. На эту букву начинается заяц, змея, зонтик. А эта буква называется И. На нее пишутся и рис, игрушки, игла. И. Да. А эта буква называется И кратко. На нее пишется йод, йог, йогурт. Какая это буква? Зе. И. И кятька. Угу. Молодец, Ильяша. Все, всем пока. С вами была Алена. Записывайтесь на мой канал и ставьте лайки.